созрела черноплодная рябина. Но видите, сухие листья. Вот так вот выглядит куст. Очень уж сухо у нас в Молдове. Дождей практически нет. И хочу сказать, что у меня калина расцвела на 6-й год после посадки кустика. Сравнительно большого. Где-то 50 сантиметров был кустик. Весной она цвела вот такими цветами. Посмотрите. Цветет арония. И вот созрела. Конечно, на такой большой куст. Раз, два, три, четыре грози маловато. Может, на следующий год даст больше. Я ее мульчировала. Видите, тут и удобрение сверху из травы. Но все-таки из-за сухости и растет плохо. И, как мне кажется, очень мало дала плодов. Поделитесь со мной информацией о вашей калине. Как быстро она начала плодоносить. Хороший ли урожай на ней. Моя выглядит вот так. Высота где-то 1,50 м, не больше. Растет кустом. Мне очень понравилось, видела, растет деревце, намного интереснее. Ну и вот этому я благодарна. На вкус, как и положено ей быть, очень терпкая, но сухая. Вот такой вот урожай. Август, Молдова, Екатерина. Всего доброго. Жду ваших откликов. А у меня вот такой вот урожай.